Всех приветствую! Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Давайте сегодня на картах Таро посмотрим интересный вопрос. Звучит он так: что будет в итоге по загаданной ситуации? Что будет в итоге по загаданной ситуации? Что будет в итоге по загаданной ситуации? Посмотрим, какой поток информации, что нам хотят передать карты. Да, будет такая, знаете, ух ты, тут прям, тут жестко. Смотрите, сначала вы должны пройти какую-то кармическую отработку. То есть однозначно тут есть вопросы кармы, тут есть вопросы того, что вы были одиноким человеком, и действительно какие-то вопросы по справедливости, по старшему аркану. То есть в данном случае вы получаете тот опыт, который необходим вашей душе, это 100%. То есть, да, он тяжелый, он сложный, но тем не менее вы набираетесь мудрости. Ну, говорят, что по колеснице будет суперское продвижение вперед, будет огромный шанс изменить ситуацию, причем шансов у нас два, и туз пентаклей, ой, и туз мечей, и туз жезлов, да. То есть, наконец, вы поймете, что нужно делать, как нужно делать, да, выйдете из лабиринта своего ума, в котором вы запутались, и, соответственно, энергии поменять ситуацию будет прям, ну, круто. Еще говорят, что фортуна поворачивается на вашу сторону, самое главное вам избавиться от иллюзии, иллюзии непосредственно в сфере каких-то отношений, скорее всего, в сфере любви, немножечко там, знаете, какой-то есть перекос. Да, действительно, закончится какой-то большой этап в вашей жизни. Карты говорят, что действительно, кто был один, вы, да, там девочки показали вас как отшельника, то, соответственно, у вас выходит король кубков, вот, и, естественно, будет работы очень много. То есть не просто так, что он пришел и прям, ну, вот я же говорю, что много будет работы, что пришел и... всех победил. Нет, сначала нужно будет разрушить старое однозначно для того, чтобы в вашу жизнь пришла такая, знаете, стабильность. Вот тут прям две карты про стабильность, да? Так, что еще говорят? Говорят, что вы должны с кем-то из прошлого своего каким-то образом решить какие-то вопросы, да? Вот тут по королеве мечей немножечко есть острые моменты, поэтому вы должны, наверное, больше быть в состоянии девятки пентакли, когда у вас выровняется финансовое состояние, и, соответственно, будет, знаете, такое состояние, когда вот вам очень-очень хорошо. Но вот это вот состояние по королеве мечей еще говорит о том, что с кем-то у вас будут какие-то небольшие разборочки, да. Но вы себя быстро восстановите. Восстановите, девчонки, вам тут дают прекрасный шанс. Говорят, что вы действительно можете войти в новую реальность. Это у нас уже третий туз, насколько я помню, да. Вы можете войти в новую реальность, и действительно у вас будет состояние такого умиротворения, когда все хорошо. Ну и что еще говорят? Говорят, что нужно заканчивать страдать, переживать. Должна быть у вас, наоборот, такая энергия, скорость для того, чтобы вы достигли каких-то своих целей, а не просто сидели, ждали и страдали, да? И в результате вы будете на коне, вы выйдете победителем из этой ситуации однозначно. Но видите, путь какой? Путь такой достаточно сложный, нелегкий. То есть ваша ситуация в итоге разрешится вашей победой. Вот. Возможно, даже кто-то куда-то, кстати, поедет на какие-то заработки, либо будет зарабатывать как-то с помощью каких-то поездок, путешествий, командировок, да. Но на обратной стороне у нас идет четверка кубков. То есть вы действительно чего-то не замечаете, чего-то не видите. Вот вам Вселенная протягивает, а вы такая, ну, давай буду сидеть, грустить, да, буду вот так. Поэтому, девочки, всю информацию... еще раз можете посмотреть, информации много, она интересная. Дай Бог, чтобы это действительно как будто помогло. Все, я вас благодарю за внимание, обнимаю, пока-пока.